Вон она сама рисует, смотри. И шишек, скорее всего, еще нет. У нас осень очень поздняя. Ксюша говорит, еще купить надо. Куда еще? Ксюша забыла взять мячик, но это не проблема. Можно закидывать в кольцо. Горел, сгорел, сгорел. Почему горелым воняет, Ксюша? Это в таких костюмах будут выступать девчонки. Это на мозги похоже, сдалека, расплавленные. Привет. Мы в лес собрались с великами. А почему? Давай, давай, с великом. Почему будем на лес? Я хочу шишечки поискать и листочки сухие. Пока солнышко, тепло на улице. Погуляем. У нас еще особо нет желтых листьев. И шишек, скорее всего, еще нет. У нас осень очень поздняя. Да? Смотрите, еще все зеленое. Какие вот шишки нашла. Их тут много. Но они тут мокрые все. Несутся. Несутся на всех парах. Все, погуляли, хватит, идем домой. Ничего не нашли? Нашли немножко шишек. Вот палку нашли. Ты не выбросила мои эти? Ой, забыла. Где? Забыла мои веточки, а? Не боится. Домашняя. Ой, если тут была бы Бонька, она бы так гавкала. Бонька уже, она бы убежала, кошка. Где расставлять будем? Да. Бонни. Еле как дотащили. Тяжелые. Так, вот она вот эту может утащить. Эту я тебе не дам. А, смотри, видишь какая? Она ее быстро утащит. Нравится? Ксюша говорит, еще купить надо. Куда еще? $100. Мы и так уже, знаешь, потому сколько? Хочу, $70 потратили, даже больше. 75 где-то, наверное. Вон кучки Бонни делает, да, Бонни? Бонни кучки хорошо получается. Надо еще купить. Какие, большие? Ну да, чтобы расставить все там. Еще где-то три. А мы как их потом есть будем, милая моя? Бабушке отдадим. Их нужно где-то в течение там 2-3 месяцев съесть. Ну бабушке дадим. Где? Поедем, да, ко всем родственникам раздавать тыкву, да? Ксюша забыла взять мячик, но это не проблема. Можно закидывать в кольцо свой ботинок. Все, поехали. Давай, давай. Ну, пойдем. Очень тяжело, давай. Сил не хватает у нее. Ай-яй-яй, куда ты виляешь? Прикольно. Вообще очень красиво. Вот это и все. Угу. У меня вот это. Молодцы. Ну просто вот это по-другому. А краска какая? Акрил? Акриловая. Угу. Что больше нету, другая не красит. Там. Здорово получилось. Она. Ага. Давай, рисуй. Сама рисует? Это я знаю. Нет, я просто ей. А, ты ей нравится. Обводишь, а она потом. Ой, у тебя глаз это немножко в краске. Ты им контур рисуешь, а она раскрашивает, да? Вон она сама рисует, смотри. Во сколько у тебя занятия? 6. 6? Так еще рано, еще только 4. Мне еще нужно для шпаката это. Угу. У Маргариты уже немножко отросли. Они уже не такие колючие, как были. Отросли немножко. Лысинка. Лысинка отросла. Ну давай. И во сколько ты придешь? Полось мало?
Или в 8. Давай сразу домой, потому что уже темно будет. Я сижу, влог монтирую. В это время еще никто не гуляет. Куда? Это что такое-то здесь? Это такой хлебушек, который в декабре. Кто нам не разрешал делать? Какой хлебушек? Ну не хлебушек, но они называют. Все желудки у меня поломались. Да? Они все разлились, но они у меня руки разлились. Ну там, я вот так вот с этой штукой как-то делала. Так. Это потом они мне на руку полезли, что-то два. Понятно все. Макс, нет, я уже показываю. Кулинарит Ксюша у нас, как всегда. Экспериментирует. Сгорел, сгорел, сгорел. Почему горелым воняет, Ксюша? Ксюша! Закрой, закрой, закрой. Блин, его ж так наверх не ставят. Ты чё? Ксюша! Его надо вниз ставить. Вот тоже мне. Конечно, он сильно близко к этому. И плюс еще задело этот один. Дай сюда. Дай сюда. Так, девчонки, мы, наверное, будем убирать наш этот трамплин. Почему? Потому что уже все, сейчас будет зима скоро. Осень, зима и все. Зачем он здесь будет стоять? Да? Куда она улетает? Видела, она так. Так, ну что это за это творчество, Ксюшина, посмотрите. Должно быть как хлебушек. Должно быть как хлебушек, но ничего так вроде. Ну просто так отрываться должно. Ты как меренги. Так, кусочек. А? Вкусно? Как облако такое. Ну, как меренги. Как этот, да, вкусом ли это? Вкусно это хлеб. Ну, он горячий же, на. Ну, самодельные меренги так. Такой вкус, да? Еще и угу. Понятно. Макс, иди, кушай. Нет. Макс. Откуда ты знаешь, что у вас такие костюмы будут? Потому что они на нас уже надели. Да? Прикольно. Это футболка такая? Да, вот снизу это футболка, а потом надеваешь вот такое вот штуку. Ага. Это в таких костюмах будут выступать девчонки. А внизу что? А внизу, не знаю, наверное, шорты какие-то. Прикольно. Прям оранжевого цвета. А футболка какого цвета? Белый. Полосатая? Угу. Понятно. Ксюша, помогай. Ты все помыла, что ли? Ага. Да ладно. Розовая. Еще одну испекла. Розовая. Уже розовая. Ксюня, ты вот эту с мылом помыла? Лучше в машинку ее засунь, потому что она после мяса. Да. И посуду все убрала в машинку. Какая ж ты у меня молодец. Спасибо. Это на мозги похоже, сдалека расплавленные. Сначала был тут так, наверное. Ой, этот лучше, по-моему, получился, чем тот. Да. Да? Он как-то это... Обалдеть. Ну, здесь камера не передает цвета. Он неоновый, розовый, неоновый, правда? Да, я не могу такое кушать. Розово-неоновый. Мне не нравится. Маргарита пошла на улицу. Пришли за ней. Поздновато что-то. У нас уже темно вообще-то, но она... Ну, сейчас... Она возле подъезда. Ну, мама, она идет. Ну, у нас 8 часов уже темно. Да, Макс, ты должен быть в 7. Даже в 7. Да, у нас рано темнеет. Я обычно не разрешаю так поздно выходить. Ну, чтоб когда темно. Я не разрешала. Но она сказала, что... Она возле подъезда. Потому что раньше не было так темно. Да, раньше не было так темно. А сейчас все, переходим на зимнее время. Блять, собака, гуляла? Да. А что она здесь лежит? Отдыхает, что ли? Ой, ты что ты здесь разлеглась? Я не поняла. Я не поняла, что это мы здесь лежим. А? Собака. Мамочка. Ух ты, моя собака. Я видела. Вот так вот хотите больших собак заводить. Оставишь дома на полдня оставишь и все.
порвет всю мебель. Угу. Что мне делать? Не знаю. Зашить. Я же это не буду носить. Нет, ты сам пойдешь, я не буду тебя нести. Это моя новая. Тихо, мне шею передавишь сейчас. Дышать не могу, Макс. Давай, все, сползай. Прыгай. Коняшка. Я что, тебе лошадь, что ли? Лошадь я тебе?